Здравствуйте, всем привет из Петербурга, меня зовут Ирина. Марафон – это что-то совершенно волшебное, потому что впервые я обратила внимание на саму себя. Знаете, я даже могу 10 раз в день пройти мимо зеркала и туда не посмотреться, как это делают все девочки, девушки, женщины. Вот. Такое вот осознание, что я у себя на последнем месте. Ничего пока еще не удалось изменить, потому что очень много работы нужно сделать, чтобы что-то изменилось. Но я рада, что взор обратился в эту сторону благодаря Оленьке и ее совершенно чудесным заданиям. Я думаю, что каждая девушка, наверное, женщина должна пройти такой марафон, чтобы испытать какие-то совершенно новые эмоции. Очень много пунктов у меня, которые я должна бы исполнить по уходу за собой, по женским каким-то совершенно штучкам, которых я себя лишаю, потому что считаю, что я просто очень не заслужила этого всего. И, в общем, это грустная история, знаете, себе такое. И вообще марафон для меня – это очень сильное испытание. И если я пройду, я буду молодцом. Хотя иногда мне кажется, зачем я все это делаю, что уже ничего во мне не может измениться. Ничего, это очень грустно понимать. Но я хотела, чтобы моя видеоистория была правдивой. Огромное спасибо Оленьке и всем девочкам. Я желаю большой-большой любви, здоровья, удачи и женских радостей побольше всем. Спасибо. Пока.